Раз. Всем привет. Пока еще народ не подошел. Thank you.
Всем привет! Начинаем стрим наш, точнее продолжаем сейв с Роджером ЮА. Интересная довольно получилась партия. Больно от пяти коней. Тоже нас удачи выпадет. Ладно. Это было очевидно. Много потеряли, я столько не хотел. Ну тут уж охрана тоже не самая простая получилась. Но, к сожалению, мы тут ничего не сможем поделать. Нас Гога в любом случае съедят. Так. Так, тут у нас есть единички. Хорошо. Тут тоже битва очень непростая будет. Очень непростая. Тоже, возможно, какие-то лишние потери. Ладно. Ангелы, это, конечно, перебор. Я, конечно, все понимаю. Нужно одного сразу заметить. Блин. Ну ладно. Да, тут обидно, что нет второго хода у меня. Сейчас кто-то жестко прям выхватит. Возможно, питы уйдут. Может, и эфрит. Да, понятно, что питы. А вот тут, возможно, уйдет этот бес. Вот это будет очень неприятно. Обошлось.
Тут можно, может, и грит еще получить по морде. Нет, нет. Все-таки пита добили. Ну ладно. Кстати, напишите, как слышно, нормально, ненормально? Что-то вроде у меня постоянно со звуком какие-то проблемы. Так. Обидно, что единичек нет. Отлично слышно, прекрасно. Один из немногих стримов, когда мы начали, и слышно было нормально. Так, здесь у нас Иона есть. Нет единичек, нет проблем. Сделаем единичек ангелов. Блин, а где у меня замедление? Которое мы так ждали. Тут, наверное, хоть как-то, если максималка упадет. Итак, здесь передаем назад. Передаем сюда. Пойдет героя. Героя место есть для героя, это хорошо. Какого героя будем покупать? Есть герой? Да, есть герой с мясом. Шикарно. Вопрос, дойдет ли он? Остается открытым. Да, причем хорошо не доходит. Так, Фиону уволим. Так, тут там еще есть какой-то герой интересный. Рион, Тант, все оба слоупоки. Я, наверное, могу позволить себе сделать несколько мувов туда-сюда. Так, 30 скелетов, 5 тряпок. Я думаю, этого должно хватить.
снимать. У меня времени-то осталось. Просто капец. Так, стоп, где артефакт? А, вот он. Блин, не хватило времени. Алло? Здравствуйте. Ага, слышу. Ну, надо договариваться, по идее, он должен быть сейчас уже дома. Нет, они живут на Даевского как раз, в один друг. Во сколько? Ну вы там находитесь, на Первомайке. Так, ну хорошо, это ваш телефон. Давайте тогда я вам отзвонюсь, или вы через 5 минут не наберите, если просто неудобно записать. Ага, да я сейчас ему уточню, во сколько он может показать, давайте. Здорово, Сань. Че, у тебя как сегодня получится показать квартиру? Ты уже там? Ну, а если часиков на 7, там 7.30, как? На 7:30? Не факт, да? Ну, плюс-минус, там 10 минут, да? А, вон оно чё. Ну давай тогда ты когда будешь подъезжать к Адаевского, к дому к своему, у тебя же ключи дома или с собой? Ну вот когда ты к дому будешь подъезжать, набери мне, а я им наберу, они там тоже недалеко. Все, давай.
Так. Да пусть знают все про квартиру, ничего страшного. Не могу я от этого никуда деться. Да мне тут, блин, обидно, времени не хватило, конечно, на то, что ход завершить. И змеек выкупить всех хотелось бы. Не получилось. Что-то и ресурсов наменять. Что-то тут с передачами накосячил. А самое обидное, что сейчас время потребуется на гораздо более серьезное количество. А, блин, нифига. Не хватит. Ну, надо сейчас, кстати, будет големов убить, которых мы в начале недели все боялись. Я думаю, уж 26 вифта как-то справятся. Получается 26 вив, 7 ангелов. Мясца бы хоть какого-нибудь вообще. Кстати, мясцо вот здесь есть. Можно скупить, но не на что. Да, ГО этим ходом, конечно, будем бить. Я думаю, мне 7 ангелов и 26 вив хватит для пробития ГО. Ну, я на габанк еще возьму, может, деньги будут. Не все получилось, как хотел, конечно. Тут сейчас надо будет еще взять. Так, а где Фрид? Куда он стал? Где он остался? А, Фриц с нами поехал. Блин, даже хотел купить таверну здесь еще, не успел. Ничего не успел. Да, таймера, конечно, да, надо, чтобы хватило, потому что... Мне, по идее, надо провести бой в конце максималки, в многобанке и с ГО, и пробежать. По сути, не так много, не так многого я прошу. Надо, кстати, ну, кольца нормальные. Тетива не нужна. Сейчас бы, может, бесов грейдануть, вот хотя бы они бы вообще нормально помогли бы там. Так, бесов сейчас грейданем. Кстати, вот здесь бесы тоже есть интересные, надо скупить. Я их выкупал раньше или нет? Тоже надо первым делом проверить. Сюда, сюда, сюда. В замок загрейд. Сюда, сюда. Ну, на големов не полезу даже. Время просто тупо жалко. Их там микрить. Хотя 26 вив. Плюс один мораль, конечно, хорошая штука. Помогает. Так, он что-то быстро отходил. Так, Альента. А тут вот нет, Алема. Так. Малико.
Тьфу, блин, загрейдил. Твою ж мать. Ладно. Блин, ну что такое, ну баста. Как без единичек-то идти-то? Никак. Веточки, я думаю, сниму. В морали бы еще не зашло бы им, вообще было бы шикарно. Но этого не могло не случиться, понятно. Блин, почему надо именно сейчас звонить начать? Падение нам идеально подойдет. Расставился. Одно масло потрачу, не пожалею.
Так, кого мне взять еще? Ифрита возьму, наверное, на мясцо. Так, так. Ну, это вообще читалось, просто не знаю про что. Блин, это так уже вообще нельзя. Так, назначено.